вы хотели обязательно перейти границу к Армении. Почему? Потому что жить трудно было у нас. Мы жили раньше как дружно, нормально. А в последнее время ни рабочего места нету, и каждый день дома скандал бывает. Для этого, чтобы бедно живем. Рабочего места нет. Итак, в селах никакой дотарства помощи нет. Я не вижу, не видел. У вас есть родственники, которые могли бы вам помочь? Они предлагали иногда, сколько раз можно предлагать. Они тоже сам бедные живут, не богатые. Вы не пробовали найти работу, допустим, в крупных городах Азербайджана, где там много денег, много строительства? Я не нашел нигде работы найти. Я пытался, куда пойду, говорят, у нас свои рабочие есть, больше не надо никого. У нас земля есть, половой нету, вода нету, поливать земли. И государство не дает, не поможет, чтобы вода была, мы сажали, жили нормально. Советский Союз был и хорошо жили. А куда делась эта вода? Прикрыли. Нету больше воды. Откуда прикрыли? Откуда эта вода была? Из Армении была вода, а сейчас накрыли, вода нет. Это после войны, да? Да, после войны. Да, война хорошая была. В деревне почти 80% так, я как живу, так живут. 80% бедные живут. Иногда куры продаем, куры, немножко картошка продаем, вот такой же. И иногда маленькие работы найдем, несколько манатов зарабатываем, все это возьмем. Зарплата нету, пенсии нету. Я остался без денег и вынужден был. Вот ваша семья знала, что вы хотите переходить границу? Я им предупреждал, чтобы я уеду. Наша семья, мой документ, спрятали. Спрятал документы и все. Я вышел из дома, пришел. Я сказал, я уеду. Больше каждый день скандал, скандал. Так не пойдет. Они думали, я Россию еду, документы спрятали. Я пришел в Армению, чтобы тут хорошо будет, или, пожалуйста, мне пусть отправят в другое государство. Я уже больше не хочу там жить. Между семьями. Вы знаете, что людьми такой категории, как вы, которые перешли границу, тем более в такое время, это занимаются международные организации, в частности Красный Крест. Если они решат, что вам нужно возвращаться в Азербайджан, что вы будете делать? Я не собираюсь. Я только другое государство, или Грузия, или Россия. Я не хочу возвращаться в Азербайджан. Если вам предложат работу в Азербайджане или где-нибудь, вы поедете обратно? Нет. Почему? Потому что уже надоели всю жизнь. Я везде ездил, везде районом ездил. Ереван был, Шмаздини, Чаравакане, Лилинакане, Раздане, везде районом был, торговал. Скажите, а у вас родственников есть в Баку, в России, может быть, в других государствах? В России есть. Там живет, в Синтоте, в Оренбурге живет. Я был в прошлом году тоже был. Этом году тоже был в России, в Литебской области. Почти без денег вернулся. Без денег. А в Азербайджане, в городах крупных, там кто у вас вообще родственников? У вас, допустим, сестер, братьев, там сколько, как они живут, где они живут? Они тоже бедные. Живут в Баку. Одно это фабричный завод, а другой... Клинической больнице медсестром работает. Они даже себе еле-еле оправдывают. Они как мне поможет? В Азербайджане есть вот этот нефтяной фонд. Там очень богато, очень много денег течет. То есть социальная обеспеченность тоже высокая. Вот вы чувствуете эту обеспеченность? Вот, допустим, эти деньги,
как-нибудь доходят до населения? Я не чувствую, мне даже копейки не доходит мне. Я ничего не вижу. Это бедному не идут. Бедному не идут, богатому может. Не дают. Просто обещают. Обещают, ничего не дают. Вот примерно говорят, пока подождите, скоро зарплата поднимается, пенсия поднимается, два раза больше, 2,5 раза больше, и только обещают. И я все равно ни зарплата не получу, ни пенсия, ни рабочий мест нету. Я откуда знаю, что это есть? Почему так было, что при Гейдаре Алиеве вы говорите, вы жили хорошо, а при Илхаме Алиеве у вас плохо? Вот вы можете объяснить эту ситуацию тогда и сейчас? Мы хорошо жили до Советского Союза. После этого я бедный стал. Вообще в селах бедный живет после Союза. В Союзе время хорошо, богато жили. Вот вы думаете, что только государство виновато, вы не виноваты? Я откуда виноват? Я если рабочего места нету, работать. Я же не виноват. Я только имею строительную работу. А в Баку же много строительства. Почему вы не работаете там? А там же все говорят, у кого родственники, дядя есть, у них работа есть. Смотри, пожалуйста, вот что вы хотели добавить. Я хотел сказать, что все было, я хотел сказать, все сказали, и этот тут у меня хорошее обеспечение есть, хорошо обеспечивает, все нормально кормит и кушать, спать, все нормально. Я от вас спрашиваю, только мне скоро отправляйте в другое государство. А вот что бы еще вы хотели вот своей семье передать? Или... Я своей семье это хочу передать, чтобы я больше назад не вернусь. Про семью. Чтобы каждый день жаловаться не было в семье. Я это хочу сказать. И, пожалуйста, скоро мне отправьте в другое государство. И все.